Были моменты, мы должны были их реализовывать. До 60-й минуты мы играли, я считаю, неплохо, наверное, но не забили. Это плохо. Потом подсели в последние 30 минут. Появились большие разрывы и чуть-чуть дали свободу сопернику. Молодая команда, ребята бьются, стараются. Нам уже нечего бояться, нам надо выходить, показывать хороший футбол, потому что зрители приходят, где-то они недовольны, их можно понять, но будем, остались две игры, попытаемся закончить, как говорят, на хорошей ноте. Со скамейки всегда легко рассказывать о том, что что-то не получается. Я на поле вышел, это действительно сложно было пробить оборону и найти этот момент, их забить гол. Пускай обязательно при выходе усилить игру, а не ослабить. Побольше подвигаться, то постараться забить, найти моментик и забить гол. Надо просто больше проводить времени с первой командой. Я открываюсь вперед, они мне дают недодачу, и друг друга не понимаем просто. Надо над этим работать.